Ну, значит, это чудо техники Лицкая мы видели. Да, говорят, но в рабочем состоянии, неплохо работает. А это то, что у нас в Бресте производится. Это наше Бересте, это сегодня часть, но филиал. Но сеешь ты в основном этими сеялками? Разными или... мы сеем. Здесь и по локализации, конечно, надо загрузка этому заводу Брестской части. И вот это тоже их собственная разработка. И они сегодня восстанавливают те импортные сеялки с рабочими импортными агрегатами, нам которые мы выкупаем. Нам надо все-таки думать о том, чтобы импорт не завозить. Просто повысить требовательность к ним, чтобы они делали не хуже импортного качества. Но и гродненцы, и прочее должны пользоваться своим. Что? Поэтому надо на свое импортозамещение. Вот это восстановленный агрегат. 20 лет мы занимаемся именно сельхозтехникой. Вот таких машин нами было произведено порядка 570. Машина вот эта, именно 2008 года. Вот на этой машине восстановлен бункер, восстановлена система высева, сошниковый брус восстановлен. Не каждое хозяйство может такой агрегат купить. Ну, здесь и внесение сразу, и фосфора, ну, да, что да. хочешь. Вот. Какие-то посевные площади там до 1000 гектаров. Значит, еще раз повторяю проблему, которую мы должны решить. Уйти от покупки импортного. Вплоть до того, что на твоем или на его уровне определять, разрешаю купить комбайн. Хорошо. Разрешаю купить сеялку. А остальное только белорусское. Ну и требовательность к производителям. Ну что производить? Ну, вплоть до того, что года три они должны обслуживать гарантия, по гарантии. Два года сейчас гарантия в любом случае. Ну надо выходить на три. Да, мы будем на три года. Да. И все, и мы будем покупать только белорусское. Испортилось что-то, сломалось, быстренько выехали, отремонтировали. Все так, да.